Всем привет, ребята, вы на канале Мультимикс, и сегодня у нас новая игра. В общем, я нашла такие какие-то прикольные шарики, квадратики, и что? А что тут нужно делать, я еще не разобралась. Давайте разбираться вместе. В общем, тут есть зеленые и красные шарики, и, по-моему, нам их как-то нужно, чтобы они встретились, что ли, или что? Все, я поняла, ребята. Красный должен встать на красную полочку, а зеленый должен встать на зеленую полочку. Так, зеленый прошел, красненький. Так, есть, получилось. Замечательно. Ну, а теперь следующий уровень. Воу, там совсем маленькая планочка. Ну ладно, я пока красненький сейчас вот так вот подтолкну. Они мне упадут, и зеленый падает к себе. Упс, кажется, он упал не туда. Ну, небольшая несостыковочка получилась. Нет. Вот. Так, отлично, ребят, все, у меня все получилось. А, прикольная, кстати, игра. Ну, я думаю, с каждым уровнем, как всегда, будет все сложнее и сложнее. Так, зелененький. Улетел. Ребята, а давайте проверим, кто из вас сегодня самый быстрый. Кто успеет за 5 секунд поставить лайк и подписаться на наш канал. Итак, время пошло. Если ты успел, ты большой молодец. Зелененький улетел. О, кстати, там сзади какие-то тучки с глазами ползают, ходят. Видите, ребят? Прикольно. Что? Зелененький туда, красненький сюда. Так. Упс, кажется, мы задели за красную. Так нельзя было делать. Нельзя. Сейчас. Есть. И давай. Есть, ребята, у нас получилось. Прикольно. Так, ну что, идем дальше. О! Это что еще за крикозябра такая? Что это за фигура такая непонятная? И как мне вообще пройти здесь? Пока что-то я не понимаю. Вау, ребята, все получилось! Стой! Оу. Незадачка получилась, в общем. Нет. Что происходит? Они вообще куда-то не туда бегут. Так, ладненько. Так, отлично. И красный, превращайся в квадрат, только не падай. Фу, отлично, остался. Замечательно. Есть зелененький, есть красненький. Так. Зелененький. О, прикольненько. Так, отлично. Теперь, а красный надо вон туда? Ну ладно, сейчас попробуем. Пройдет, докатится. Хватит ли ему скорости? Есть, ребят, хватило, отлично. Ну что, идем дальше. А вот здесь как-то немножечко сложновато. Ну ладно, я попробую, только стоп. Мне сначала, наверное, надо зеленый, чтобы он скатился. Главное, чтобы он не покатился куда не надо. Так, давай, стой! Упс. Как-то надо поаккуратнее. Фу, вроде прошел. Стоп, а здесь? О, прикольно. Так, теперь нужно красный. Какая-то у него странная мордочка. Недовольная. Ну все, отлично, мы прошли. Так, думаем. Какой первый? Красный. А что дальше-то делать? Нет, зеленый надо было. Первый зеленый. Да, теперь красный. Так, отлично. Прикольный, кстати, ребят, фигуры тут получают. Нет, не падай. Что-то пошло не так, и придется заново начать. Так, зелененький падает сначала. Так, отличненько. Теперь красный. Красный, давай, быстро скатывайся, пожалуйста. Так,
И превращайся. Есть, ребята, все получилось. Все, мы прошли в следующий уровень. Что? Двигающаяся планка. Так, мне нужно как-то успеть, пока она тут будет двигаться. Страшно очень. Получилось. Класс. А вот тут уже две двигающиеся планки. И это уже очень сложно. Ну ладно, мы попробуем. Зелененький, падай, 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 падай. Стой. Так, отлично. Теперь красный, падай. Вы это видели? Он куда-то туда свалился. Эй, я думала, за экран-то не сваливаются. Ну, как-то это было не очень. Сейчас зеленый свалится. Так, отлично. Теперь красный. Тыщ! И... А, нет, 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 нет. Он сейчас здесь свалится. Стой. Не вались, пожалуйста. Так, тыщ! Есть! Сейчас квадрат. Фу, все, прошли. Так, ну ладно, идем дальше. О, прикольно. Тут целых 4 зеленых. Ну ладно, идем дальше. Так. Сейчас один стукнет другого и вместе. Сейчас третьего и вместе. Йоху! Главное теперь сейчас из них быстро-быстро сделать квадраты. А, хотя, в принципе, можно и не делать. Прикольно. Упс, а что здесь-то делать? А, вот так! О-оу, кажется, что-то пошло не так, и нужно было немножечко по-другому сделать. Нужно было сразу все шарики сделать. Да. Ну ладно, пробуем вот так. Сейчас они покатятся, и главное теперь их остановить. А! Есть, получилось, отлично. Так, что здесь? Что здесь? Я думаю, что сначала нужно зеленый куда-то закатить. Куда-то вот сюда. Второй нужно закатить вниз. И главное, чтобы он не перепрыгнул теперь. Ну ладно, сейчас попробуем аккуратнее. А, сейчас красный поедет, и они вместе, наверное, могут, ребята. Кстати, да. Кстати, да, сейчас я его сделаю. Тыкс. Есть! Ну все, теперь можем красный. Главное тоже вовремя остановить. Мы уже мастеры в этой игре. Так, красный, зеленый, какой первый? Я думаю, первый надо, по-моему, одновременно, ребят, чтобы они столкнулись. Упс. По-моему, зеленый и первый, и потом красный. Да, вот так вот. И, упс. Нет. Так, нужно как-то быстро. Тык. И как-то быстро. Надо как-то прям быстро-быстро. Тык. Может быть, пока не знаю. Так, отличненько. И, ну же, ну катись же ты туда уж. Это что такое? А это сложно. Так, отличненько. Теперь этот сюда, это так. И... вот я не знаю, у меня получилось или не получилось. Ну ладно, сейчас попробуем. А что делать дальше-то? Может, зеленый его сейчас столкнет? Есть, ребята, все получилось. Круто, теперь осталось красному... туда проехаться и все. Фу, сделали. Так, 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 что тут надо делать? Пока не знаю. Ой, кажется, я не туда. По-моему, точно не туда. По-моему, мне придется начать заново. Да уж. В общем, сейчас зеленый попробую столкнуть сначала. Так, отличненько. Зеленый сейчас поедет вон туда. Главное, нет, 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 он не успел. Это сложно. Скажу я вам, это очень-очень... Нет, стой, стой, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Есть, ребята, у нас получилось.
Фух, сложновато. Скажу я вам. Так, отличненько, красненький идет вот сюда и... Фух, второй загнали. Теперь третий. Так, стоп, по-моему, я рано. Нет, не рано. Так, отлично. Ай, ты чего? Давай быстрее туда. Нет, он не успел. Сейчас еще разочек, ребят. И я делаю его кругом. О, есть. Стой. Там. А, я не туда. Мне же не туда надо. Мне же его в другую сторону надо, ребят. Эх, ладно, ребят, этот уровень я пройду в следующей серии. Но на сегодня достаточно, ребят. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока-пока.